Жажда пить заставляет животных идти к водоему, который кишит крокодилами. Зубатый хищник хватает самую смелую зебру и старается затянуть ее подальше от берега. Полосатая лошадка отчаянно борется за жизнь, но цепкие челюсти крокодила не отпускают ее, тем более подплывают другие хищники. Невероятно, и это уже не в первый раз, когда бегемоты приходят на помощь травоядным. Львы нацелились на недавно появившегося маленького носорога. Мать как может защищает малыша и пытается увести его от хищников, но дикие кошки не отстают и постоянно преследуют их. Когда львы перешли к более решительным действиям, человек все же решил вмешаться в законы дикой природы и помог носорогам. Это один из самых невероятных случаев, когда слабой антилопе удается спастись от двух кровожадных хищников. Эта битва волка с оленем достойна восхищения. Два животных в ледяной воде борются за свое существование. Оба измученные и нахлебавшись воды расходятся. Волк остается без обеда, а олень остался жив. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. Этим вы поможете нам сделать канал еще интереснее. Если нам удалось вас хоть немножечко удивить и поднять вам настроение, не пожалейте для нас лайка. Не забывайте подписываться, а мы будем ждать вас на других наших видео.